В Сирии уже почти 3,5 года продолжается противостояние правительственных войск с боевиками. По данным ООН, за это время погибли почти 200 тысяч человек, в том числе и мирные жители. Группировке «Исламское государство» удалось заполучить контроль над обширными территориями Ирака и Сирии. В связи с этим министр иностранных дел Сирии Валид Муалем предложил Соединенным Штатам совместно бороться с терроризмом. Однако глава МИД предупредил, что любые военные операции на территории страны должны быть согласованы с правительством. Это касается и потенциальных авиаударов, возможность нанесения которых рассматривает США.